Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе и с Жекой, и с Игорем будем продолжать играть в Майнкрафт и выяснять, кто же лучший майнкрафтер на этой планете, а? Всем привет, дорогие друзья. Да, ребята, всем привет. Да, поэтому влепите огромный палец вверх, как вы знаете, вы же молодцы, вы же любите пальцы вверх. Я также люблю пальцы вверх, поэтому ставьте огромный лайк, если набираем много лайков, сразу же выходит продолжение. Поэтому все зависит только от вас. Ставьте лайкусики, а мы погнали, да, Игорь, погнали, да, Жека, погнали. Йо-йо! Что, пацантре, погнали, пацантре, ехали. Ехали, да, ехали. Так, короче, давайте сейчас без мухляжа, короче, мы с Новым годом, с Новым годом все! Ой, с новым счастьем! С новым счастьем! С Новым годом! Ой. Так. Не, а можно я туннель? Я тоже так умею. Знаете как? Как? Вот так. Не смешно, не смешно. Ваш пенис смешно. Ой, сам пердит. Нет! Что за хрень? Дебил! Нажимай респаун, ты первый. Ну ты дебил, Ер. А кому... Подожди, а мне коины почему-то не дали. Ну потому что... У меня два. У меня один. О, прикольно, у меня два, я тащу, я лидер. Поехали. Ну ты, Игорь, молодец, конечно. Игорь вообще на самом деле... Конечно, ты запомни это, ты запомни, он предатель. Это предательство, это предательство. Так, да, это да, мой домик, да. Если что, я сразу говорю, мой домик, вот, Игорь, не твой, мой домик, не, мы с ним. Конечно. Вот, мой, я тебе это не пущу. Мой не твой. Падай, вот и падай! Чё у нас сейчас? Да ты говно! Не знаю, снимать трусы и бегать, собственно, как что ты постоянно делаешь. А если я буду в домике, они же меня не попадут? Нет, нет, ни в коем случае. Как ты вообще мог попробовать? Я попробую. Ты попробуй, потому что, ну, как бы, да, ты прав. Мне кажется, все будет нормально. Да, все будет очень хорошо. Пацаны! Я что-то тут немножко, у меня проблемы небольшие, понимаете? Я тут. Какие проблемы? Какие проблемы? Ты начал кричать, у меня дом взорвался, дебил. Проблемы там были какие-то, я даже не заметил, что были какие-то проблемы. На меня 5 гастов, я в гастах бегал, понимаете? Гастах. Ну ты, конечно, жесток. Да, я опасный. Так, хаос. The map is хаос. The map is хаос. Вы помните, да, кто круче умирает, тот как бы крутой. Круче умирает. Ладно, типа в этом и смысл. Да, в этом смысл. Карты, если вы не знали, просто я напоминаю. Ну ты не круто умер. Ты не круто умер, Жека. Я зашибись, просто умер. Блоксторм! Блоксторм! Пацаны, блоксторм! Дебил, тупой, дебил! Игорь, дебил! Ты стой там себе! Ой, Эдисон, там на крышу земля! Запускай, Эдисон, запускай! Кого запускай? Эдисон! Запускай. Не знаю, что ты запускаешь. Залезай туда наверх. Эдисон! Вот туда наверх, да. Залез. Что у вас там вообще? У вас теперь крыша вся в говне, понимаете? А у тебя тут нету блока внутри? Есть, вот они. Вот капут, конечно. Игорь, ты где? А, все? Нормально. Все нормально, я выиграл. Не нравится мне эта мини-игра. Так. Мы все дизастеры, понимаете? Смотрите, map is beach. Бич. Сейчас будет. Map is beach. Кэмпдаун. Нифига! Ты экстрасенс! Экстрасенс! Экстрасенс, Игорь! Понятное дело. Игорь экстрасенс, да, Игорь? Он экстрасекс. Экстрасекс. Я продаюсь. Зомби инвижн. Зомби инвижн. Да. Вот именно оно. Инвазион. Так, пацаны, о, я бежит, как бежит, бы... Смотри, Эдисон, видишь, бежит один. Еще так, один там бежит! Так, пацаны, я зомби-апокалипсис не снимаю, вам вы не к тому еще обратились. Еще один! Вон туда, да, правильно, вот ты... туда. Я не собираюсь. Я куда мне прятаться? Мне везде найдут. Смотрите вот того чувака, вот он снимает зомби-апокалипсис, не я. Не показывай на меня, дебил, если что, вы тут двое. Можно его как-то ментально толкнуть оттуда, Игорь? Попробуй. Давай, толкай меня. У меня есть яйцо, но это шоп, понимаешь? Ну это шоп. Не, а не, яйцо работает, если правую кнопку нажать. Ага, не-не-не. Попробуй. Да ты попробуй. И что это я проиграл сразу? Да нет. Пойду в какой-то магазин. У меня же нету денег. Давай, ехай в магазин. Ехай в магазин. Жека, шо, как тебе там? Ты прыгни, ты поздоровайся, прыгни вниз, поздоровайся, да, с пацанами. У нас своя туса, Харлем Шейк, понимаете? Тут. Мы тут танцуем.
Танцуем локтями, локтями. Оп, 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 оп. Вот, так. Ты же совсем что ли дурак? Да, есть такое. Так, ладно, давайте, я готов. У меня уже вот 5. Вот сейчас кодов, начинается прям кобздец, если вы не поняли. Прям кобздец. Это кобздец. 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 Зимопискаус! Зимопискаус! Эдисан, пойдем телек посмотрим. Зимопискаус. Там, короче, дом 2 показывают. Дом 2? Дом 3. Что, реально там? Зимопискаус, понимаете? Зимопискаус. Да, хаус 2. Я в кинотеатре. Ооо, пересуте! Ой-ой-ой-ой-ой. А у меня проблема, у меня то дом из... Вечно проблемы какие-то, понимаешь? Вечно проблемы. Так же там никого. Где они летают? Так они в окне, Жек, они в окне, они в окне были! Здорово, пацаны! Не надо здороваться, они нас спалят! Привет, это я! Ой, извините, ребята. Опять, опять. Дебил! Ты придурок! Скажите, что произошло, почему? Нас убили. Из-за Жеки. А что из-за Жеки? Да Жека там ходит. Давайте реально, как только умирать, сразу нужно быть респаун. То есть кто типа быстрее нажмет, то ты проиграл, да? Как бы я умираю, я сразу же нажимаю респаун. Да нормально на самом деле. Подождите, я нашел тайник Эдисон, смотри. А что там было? Тандершторм! Тандершторм! Пацаны, Тандершторм! Да, нормально. Это точка, я вообще. Вы что, типа все вместе, да, будем все? Дебилы! Дебил! Я точка. Ну что, дом? Что такое? Не надо возле меня бегать. Да не надо возле меня бегать, идиоты! Блин, у меня 4 хп! Твоя мать! У меня не регенится, у меня... Пацаны, я горю! Наконец-то. Меня дом горит! Идеально просто! Все молнии в меня летят! Очень эпично сдох, очень эпично. Очень везучий просто, очень везучий в этой серии. 5 за мапы с хаос. Его даже молния не хочет убивать. Ты любимый сторон. Он не проводник, понимаешь? Есть проводники, а есть не проводники. А почему у нас дом горит? А не горит. Ничего не горит. Ну у нас есть дырка. Жека, ну иди сюда. Там есть что? Как ты умеешь? Это была дырка, она чисто... Там блок сгорел, и он провалился в эту дырку. Что это было? Меня подставили, меня не любит Майнкрафт, дорогие. Так же, как у меня с молнией было только что. Нормально. Ты бы видел, что это было, я просто стоял. Я вообще да, не сделал. И упал под землю. Под землю. Ну там типа. И что, знаешь, так эпично появилась надпись Get Inside, и Игорь, короче, полетел вниз. Реально. Типа, заходи, не стесняйся. Get Inside, ёпта. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что такие, пацаны, а что такие? Ой-ой-ой-ой. Я под зонтиком буду прятаться, вот так вот. Оп, ты спрячься. Можешь под зонтиком прятаться. А кажется, дождь начинается. Небольшой такой дождик начинается, да. Что здесь на табличке написано? Please stay off the rock, понимаете? Надо стоять на камнях, понимаете? Пойдемте постоим на камнях. Да каких камнях? Там написано, это лечебные камни, понимаешь? Камни Малахова. Все нормально, все справились. Все зашли. А сколько у кого коинцев? 16. У меня 9. А что, какие 16? 16 коинов. Какие там 16 у тебя? Ты там 10. У тебя 9? У меня 9. Как у него 9? А почему у меня 6? Потому что я только один раз проиграл. А сколько у тебя есть? У тебя 6 тоже? 16 у меня. Не, ну правда. Правда. Чистая правда. Один ел. Бомб! Ой. А что мне делать? Все, я уже отсюда не успею убежать. Я тоже не успею. Крипер бар! Крипер бар! Фух. Пронесло. Фух. Пропердело. Надо разбавить обстановку. Кого? Давай. Анекдот. Очень смешно. Давай. Короче, смотрите. Олегу. Давай, рассказывай. Ладно, это анекдоты не для этой серии, поэтому... Лакею в бассейне или кто? Нет. Рассказывай давай! Ставят меня. Давай, рассказывай, а то буду тебя бить! Ой! Ой!
твою мать пошел в сраку. И кто, давай? А, ну я нажал. Нормально, я так затащил, я молчал и затащил. У меня 11 коинов. Почему? В смысле один? А, ну да, ну да, ну да, конечно. Не, ну как бы реально. У него не один коин. Я просто первый нажал респавана, ему не засчиталось, что он проиграл. Так что, Игорь, я продуманный, понимаешь? Игорь, я за тебя топлю, не переживай. Ах ты, паскуда. А сколько у тебя коинов, Игорь? 11. Да не верю тебе. Только что было 9. Врунишка, врунишка. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да, Игорь, да-да-да. Ты видал, Эдисон, как я его жестко скинул? Видал? Нормально, нормально. Предатель. Сколько раз предыдущий раз, да? Сколько раз предыдущий раз? Не знаю, сколько там раз было. Я что-то вообще не понял, почему у Игоря 11 столько было 9. Иди отсюда, иди вали отсюда, давай. Видимо, ему два коина давали за раз там. Да, мне первый раз 2 коина дали. Блин, Эдисон выиграет же сейчас. Все из-за тебя, дебил. Как? Нет! Ты его заминовал, ты посмотри! Так, Игорь, твоя очередь нажимать респаун. Давай. Нормально. Блин, мы дебилы. Игорь, это 3-2-2, короче. С Новым годом, пацаны, с Новым годом! Тему переводит, понятно, сливается разговоры. С Новым годом, пацаны! А, с Новым годом! С Новым годом! Счастье! Блоксторм! Блоксторм! Да, think about it, man. Think about it. В смысле? Смысле? А что было вообще? Ну, я его Игорь его стал. Короче, под этим навесиком. Ну, короче, над головой было что-то, правильно? Значит, блоки должны были сыпаться туда. Что-то ты, это ты все поставил, да? Да, 3-2-2. Сколько у вас коинов, пацаны? У меня 11. 12. А ты как, ты чё, умер сейчас? Да. 15. Я ж нажал возродиться. 15. Ну, я в это же время нажал. У тебя 15? Сколько? 15, понимаете? Ну давайте последний заключительный сделаем. Кот собаки. Здорово. Здорово, ёпта. О, я думал, ты сова. О, что это, а? Что это? Где это? Это амузмент парк. Амузмент, хорошо. Пацаны, тут у меня проблема. Нет, Игорь, давай ты вот не будешь тут выпендриваться, вот давай вот. Давай ты вот не будешь тут вот так. Давай ты не будешь выпендриваться. Как? Чё ты сделал вообще? А что это криво ты пэштулся? Это ты меня бил, у меня камера тряслась. Ах, Игорь виноват, паршивец. Да ни в чём не виноват. Да еще паскуда, да еще паскуда. Вот и падай теперь вечно. Ладно, я полагаю на этом закончить уже. Я заканчиваю. Да хватит, отчитает меня. Да хватит, дай закончить нормально. Я ничего не делаю, как бы. А ты дурак, что ли, дурак? Эдисон, он совсем с ума сошел, давай быстрее закончим. Все поломалось. Ребята, извините, я замечаю. Дебила, кусок! Джингл Беллс! Надо прекратить, надо остановить это безумие. Если вам понравилась серия, ставьте лайки. Давайте наберем много лайков, мы больше никогда Жеку не будем звать в серии нашей. Не понял, алло! Спасибо всем за просмотр. Алло! Всем удачи и всем. Подписывайтесь, ссылки есть в описании. Вот. Я обиделся. Все, всем пока.